Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и изменить все сферы своей жизни в лучшую сторону. Для этого «Измени свою жизнь к лучшему сейчас» плейлист подходит прекрасно. Главный секрет – многократное повторение, ну и, конечно, вера в то, что вы идете к счастливой жизни. Ну а также, пожалуйста, исполнение желаний, ритуалы, практики, настрои. Пользуйтесь, все сделано с любовью и для вас. Сегодня давно я не использовала эту колоду, это Таро волшебной любви. Хочу посмотреть для вас, что же изменилось в нем. Сосредоточьтесь на персонаже, на персоне, о которой вы хотите узнать. В то же время сделайте себе комплимент, улыбнитесь, похвалите себя. Ну, а я сейчас посмотрю, что же изменилось в нем. Расклад подходит как для девочек, так и для мальчиков по той простой причине, что в нем имеется в виду в человеке, о которого вы загадаете. Ну что, вы готовы? Смотрим, что же изменилось в нем. Человек стал, знаете, более мудрым. Человек начал осознавать, что не, знаете, как у меня перед глазами почему-то вот это и в голове сказка. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела. Так вот, здесь я вижу ситуацию, когда человек, о котором вы думаете, человек, которого вы загадали, он на сегодняшний день не только выучился, может быть, он и выучился тоже, ведь эта карта говорит об учении, приобретении опыта. И еще в этой колоде эта карта говорит о возвращении к традициям. Что значит возвращение к традициям? Это значит, что человек пришел к такому моменту в своей жизни, когда он или она уже думают именно о гармонии, думают о доверии, думают об отношениях, которые будут доставлять не только радость и удовольствие, а отношения, которые приведут именно к гармоничной жизни. Поэтому человек, о котором вы думаете на сегодняшний день, он помудрел. Вот что в нем или в ней изменилось.